Мы должны базы новые создать, новый флот, чтобы все кипело, гудело, гремело. И десантировать наших следователей, арестовать всех, кто там занимается, совершает преступления. То есть надо, так сказать, последняя моя фраза. Уже не могут наши командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки. А что вы не встали, ЛДПР? Чего вы сидите, подпрягаете? Я сказал, встать все, бежать, что за флот, кто? А я на карандаш возьму. Видите, боясь, Владимир Владимирович, даже в одной партии благодаря мне пришли и все боятся. А вдруг не так? А вдруг сейчас Владимир скажет, а это не надо нам. И побегут в Единую Россию записываться. Не-не, ваши не побегут, я уже знаю. Но хочу, поскольку у нас все-таки трансляция и запись телевизионная, хочу сказать все, что было сказано Владимиром Вольфовичем, это его личное мнение. Да. Не всегда совпадает с официальной позицией Российской Федерации. Да. Да, ну, зажигает красиво. Да. Пожалуйста. Свобода слова.